До начала курортного сезона осталось меньше месяца, однако еще не все объекты размещения прошли проверку и получили паспорта антитеррористической защищенности. Губернатор поручил усилить работу в этом направлении. Без должного обеспечения безопасности отели и гостиницы не должны принимать туристов. До 1 июня совместно с заинтересованными ведомствами, которые указаны в постановлении правительства, главами муниципальных образований, эту работу необходимо завершить по выдаче паспортов безопасности, антитеррористической защищенности. В противном случае ни один из них работать не должен. Коллеги, я понимаю, что сезон, я понимаю, что каждый день кормит. Но еще раз подчеркиваю, что давайте вместе с пониманием, что это бизнес, нести и социальную ответственность перед отдыхающими не только со всего края, но и со всей страны. Обращаем внимание на результативность проведенных проверок и, самое главное, на принятие мер к устранению выявленных нарушений. Закрыть при грубом нарушении, да, нужно будет на самом деле. Но еще лучше организовать достойный отдых. Это самая главная задача вообще-то наша. Поэтому принимать самые жесткие меры к нарушителям, принимать самые жесткие меры к тем, кто сегодня не справляется со своими обязанностями, должна чувствоваться ответственность. Не будет ответственности, не будет контроля и спроса, у нас так и будет все продолжаться. Успеть к сезону должны и дорожники. Ремонтные работы на автомагистралях края в летний период проводиться не будут. Безопасность на воде – еще один важный вопрос. Несчастные случаи часто происходят в водоемах, не предназначенных для купания. И на всех реках и озерах есть обустроенные пляжи, а запрещающие таблички не останавливают желающих освежиться в 40-градусную жару. Губернатор поручает главам районов взять вопрос на контроль. Лето есть лето, и на селе тоже это лето. И там, конечно, купаться запретить невозможно. Можно таблички понаставить везде, но это не решение. Решение тогда, когда мы создадим условия для того, чтобы вот там запрещаем, но вот здесь организованное купание. Пожалуйста, проходите и купайтесь. Это будет правильно. Вот эта задача сегодня глав муниципальных образований. Для Краснодарского края курортный сезон 2018 станет особенным, ведь этим летом, кроме многочисленных туристов, в край приедут футбольные болельщики и участники чемпионата мира. Задача, чтобы у каждого из них от Кубани остались только положительные впечатления.